начнем. О, у нас Д захватили, отлично. Хорошее начало. Отличное начало. Только куда бы пойти сейчас? Я на Д высадился. Иду на С. Как его там? Классно, выпустил. We have taken objective butter. Я тут это артиллерийскую штуку взял, буду истребителей херачить. Хорошо. We have taken objective Charlie. Да откуда у тебя уже 100 очков? Да эту точку тут оборонился. Самолет убил. Хорош. Так, самолетов что-то не видно. Ты видишь? Где самолет? Я снайпер. Самолеты, самолеты. Реально не видно самолет, что смотрю. Они вообще летают? Пацаны. Пацаны, где вы? Пацаны, самолет, самолет. Жду я. Свой самолет. Только наш летает. Он разбился, что ли, дурачок? Пиздец, чувак. Слушай, я тяжел танк починю, сейчас поеду. Нормально. Хм, сотка. Поехали. Мне нравится эта пушка. Тебе хил дать, пацан? Не, не дам я тебе хил. У меня нет хил, я не медик. Ты медик. Это наш истребитель. Чё-то как-то тихо, да? Как будто на сервере никого нет. У меня на Д вообще тишина. Истребители, где вы? Не вижу вас. Их нет просто, ты смотри. А вон есть. Ебать, меня сняли, сука, снайпер. Я так классно. Чё за... Что за тип? Что... С какой-то, каким-то пулеметом МГ, которого не могу убить. Может, какой-то он... броне. Да, да, это терминатор он взял. Он на точке F, по-моему, появляется, не на G. На F, на F. Бать, они фрут с базы, короче, стреляй, если ты снайпер. А что ты же не захватываешь? Да потому что они наступают, я пытаюсь отпустить. Блять, попробуй. Пиздец, снайпер, сука! Меня никто не ревайвит, ну ладно. Может снайперку взять, что-то это. Никто не спасает особо. Снайперку взять. Эта лошадь вообще неубиваема, блин. Ну да, если бы они сделали как в реальной жизни, типа, чтобы лошадь с одного с одной пули. Я, блин, две обороны у нее выпускаю вообще и насрать. Ну это для баланса сделал.
А то они с одного попадания падали. Понятно, но блин, у них две же обоймы полные с автоматом. Может, не все попадали, блин. Я на Е скачу, короче. Я уже на Е. Блин, вот сейчас, когда FPS офигенный, вот такое удовольствие получаешь от игры. Надеюсь, я не на карту. У вас там самолет, блин, да? Я уже на Е встанет. Я говорю, самолет. Да. Еще вот так. О, точно выстрел. Я на лошадке. Вон, идут вдвоем. Больно, больно. Они там. Они рядом. Да, да, да. Убил красиво, я тебя прикрыл, почему так жестко. Да? Да. Бери лошадку, вот тут есть. Вдвоем поставим. А, тут кто-то есть один. Видишь, у тебя? Я с противогазом тут бегаю. Сзади, сзади! Двое. Одного убил. Еще один. Вот на меня. Второго убил. Хорош, ты меня спас. Стрелка тут. У меня патроны нужны. We have lost objective Duff. Ой, это грузовик, кражется. Это вот. А? Я думал, он без холста такой стоит, туда вот такой. Нифига, пидор. Это было неожиданно. Так, тебе помощь нужна, да? Да, не помешало бы. Сейчас я подключусь. Где этот пидор? Он раз? Да. Да. Блять, ты что гонишь? Взорвал? Да. Ну, не я взорвал, меня все сдали. Я тебя убил. Я тоже с бронебойного стрелял в него. А я этот динамит кидал, короче. Чувак мою лошадку украл, ну ладно. Ща. Так, где это оружие читерское? А, сейчас, умник. Где оно? Нет его. Так, ну Паш, это миномет, что ли? Надо ехать отсюда. А, это грузовик. Пошли в тот, тут мощнее. Давай, какой. We have lost objective. У нас не для одного? Нет, чё? Ага. Для пятерых. Всё, я с вами. Такой пять друзей собираешь и начинаешь пойти. Хм. Так, за точку А давай. We have lost objective. We have taken objective, George. Так, что это такое? Просто стоит, да? Поздно. А, во, гля. Так, один, а, там же второй, да ты вперед едь, что ты? Да я думал, они там где-то закладывают. Лежит. Хорош. Бомбировочка пошла. Снайпер какой-то. Справа. Справа ты уверен? Я по траектории смотрел, не знаю. Всегда говори по отношению к центру. Где? Я по отношению к себе говорил. По отношению к себе. Всегда говори по отношению к центру. Именно, ну, понял, да? Сколько градусов имеешь в виду? Вот ты сейчас, вот ты сейчас ровно едешь по центру, да? Да, ты да. Сейчас, вот, да. Вот всегда говори по отношению к центру. Да, где? я так всегда делаю, да. Вот. Это не нужно, все. На Б. Чё, поехали дальше, на Б? Отлично идет, это карта. Не могу держать. Ой-ой-ой, они снайперские бронебойные пошли. Не вижу. Вот, вторая бронебойная пошла в здание справа. Справа от нас, давай, хуярь. Вот, на втором этаже, да-да-да, это он был. Но он знает, что я... Так, пора выходить. Да, согласен. Бомба вернутирен! Дикат Эйлин! Бомба гидио! Он все еще там. Да, он бежал газовый. Нет. Меня лагает. Блин, страшно. Меня тоже страшно лагает. У нас что, эти... У всех, наверное, в этой песне лагало. Мне страшно лагало, но я с пистолетом убил. А я могу починить свой грузовик, интересно, или нет? Интересно. Да, могу, все чиню. Тут есть чел один. Рядом.
защитной цели. Пытаюсь. Опа, я вижу цели на водонапорной башне. Ебать, там танк! Со стороны водонапорной башни. We have taken objective butter. Домой, парень. Не будешь что захватывать точку. Так, что-то не чинится. Я пытаюсь. А, все, починилось. Давай, можешь ко мне. Да, все. I'm ready. Отлично. Куда поедет? Завтра, да? Да. Это топирование какое-то идет. Да? Ну, просто ты знаешь, кто в топе. Надо поосторожнее подъезжать. А, вот на штат. Всё чисто. Можешь выйти, наверное, для безопасности. Хотя нет, у тебя пулемет хороший. Домой? Снайперские бронебойные пошли. Да? Выходи, выходи. Да, согласен. Бронебойные пошли. Когда ты пускают, полагать мне начинают. Это специальное оружие против слабых компов. Просто как законтрить врага? We have taken objective Charlie. Русские винтовки есть сошки. Хорошо. We have lost objective Duff. Идеально задерживает дыхание. Медика подобрал. Потому что патронов уже не осталось. А, они все, они сдохли. Так, или там поезд какой-то. Как поезд вообще убить? Поезд? А, убить? Бомбить, наверное, уже. Да, я не тут, наверное, страшно. Долбанный джиггернаут. Да? Да, около моего места смерти. Тебя что-то не видно. А, не видно. Вот ты. Лагает что-то, пиздец. Гона ты. Какой он мудак, я лучше сам добегу. Куда он едет, блядь, сука? Ааа, тип кемперит в здании. Каком? Не знаю, как нужно. Где-то... Где? Короче, какой-то... Не знаю, как он, как это объяснить, не знаю. Точку, точку. Сейчас. Д. До Д, между С и Д. Лестница передо мной взорвалась. Сука, лагать что-то начал жестко. Поезд на нас. На Д едет поезд. We have taken objective Duff. Поезд смотает вообще не было. Можно же как-то его убить, этот поезд? Блин, ну ты попробуй, мы грёбаный танк не можем убить, если ты будешь поезд. Только самолеты могут это сделать и танки. Не рассказывай, если он полностью танк расходить все одновременно, то там нормально будет. О, я его ранил! Они как дебилы проехали, могли бы на Д остановиться, вот там. А разве поезд можно контролить? Да, да, видишь, он назад дал сейчас. Вернулся, услышал. Золотистый. Так, ну, дальше. Домой, парень. Домой.
мой. А можно мне аптечку, пожалуйста? Onların askerlerinden birini görüyorum. В смысле, у меня плюсик показывает. А, это фуль, это другой член отряда. Хедшот. Да, у меня во время убийств лагает. Это такой феномен какой-то. Хедшот со снайперки поставил, меня залагало. Сейчас я попробую сделать очень вещь. Чё там? А, нет, это забыл. Дома на поезд. We are losing objective Duff. Ты можешь пострелять по поезду? Я сейчас его буду бомбить. В смысле... Этот... Ты понял, что я понял. Бегемот хип 27. О, его сейчас взорвут нахер. Так я же говорю тебе там. Реально убить. Я сотку дамага взял, поезд. С чего ты ему сделал сотку дамага? Бронебойность. Не, это не сотка, это как-то херня была, непонятно. Я что-то ломаю вроде бы, да, я бронебойность стреляю со снайперкой. 26. Осталось чутка, у меня патроны подскочились, помоги. У меня тут лошадь. Блин, не могу, что патроны кончились. Еще один выстрел и поезд наконец. Я там и так уже убил, двоих убил. А я отхватываю. Какого? We have lost objective apples. Ой, сдох, блядь. Блядь, танк! Дышман танка горюнда! Хэвик. Он отхватывал. О, хэдшот. Нормально, снайперское ремесло пошло. Дюшман танк, орда! Джиггернаут! Я джиггернаут убил. Как он меня попал, твою мать? Наш, мы теряем объектив Чарли. Пацана зарубили. Ох, хэдшот, бич. Хэдшот, бич. We have lost objective. Where's my money, bitch? Сори, слишком большое преимущество. Слишком охуенно, вот так. Ну, посмотри, кто в топе. Алло. 15-7, Карл! 20-20. Так, что? Ну, мы точку Д нормально так продержали. We are losing objective Charlie. Losing objective Charlie. Победа, короче. Матч бонус еще. О, да, детка. Вот это отличные катки пошли, одна за другой. О, 10 из 10. Да. Shut up and take my money.